Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, слушаем трек от Кьюши «Осознание». Ребятки, давайте послушаем. У меня в квартире все давно пропахло дымом. Мы живем в стране НР, но зато счастливо. За окном сугробы, а в подъезде очень сыро. В магазине обидно встретит продавщица Ира. Я желаю только радости, желаю мира. Я хочу сказать не все. Ребятки, очень красивый голос. Да, классно. Очень красивый, ребят. Классный рэпер. Музыка шикарная, рэп, ребятки. Классно читает. Вообще очень красиво. Бори себе кумира, делай себя лучше, слышишь, делай себя силен. Всю любовь отдам семье и говорю спасибо. Сам себя любил, как будто бы из пластилина. Офицер, учитель говорили, что ничего не выйдет. Под забором он и душ лицом, он героина. Я теперь next level, будто писал наши зыбер. Роллы развозил на видовской зиб. Ребятки, очень интересный клип, да? Да? Очень интересный клип. Прямо вот смотреть интересно. Это как игра компьютерная, я так поняла, да? Ребята, какой красивый голос, да? Какие красивые слова, ребятки, послушайте. Мне очень нравится. На всякий случай скажем, что мы осуждаем запрещенные вещества. Да, ребятки, мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с этим связано. Зеленые рыбы много делал, сильно верил, что-то точно получилось. Жизнь дает тому, кто любит ее, любит ее сильно. Иногда придется принимать ее рутину. Города, картины и панельные квартиры. То, что будет после, нарисовано пунктиром. Будущее ясно, это то, что плохо видно. Ясно и прозрачно, так бывает только в фильмах. Города, картины и панельные квартиры. То, что будет после, нарисовано пунктиром. Будущее ясно, это то, что плохо видно. Ясно и прозрачно, так бывает только в фильмах. И наступая на грабли 22-ю весну, мы пьем сиропы от каши, брыжим от нас по косну. Мне нравятся вот его слова, да. Город жив, и все будет хорошо, да. Меняется жизнь и все, да. Молодец. Голос очень красивый. Да, сильный рэпер. Да, очень красиво исполнял. Очень красиво пел. Ну, красиво. Ну, читал рэп. Рэп читал, да. Да, от души. Да, музыка красивая. Ребятки, текст красивый, мне понравился. Текст, вот, ребята, текст раздумья, да. Ребят. Танцевать под него очень хорошо. Это вот, знаете, ребят, давайте еще послушаем один раз, а? Просто послушаем. У меня в квартире все давно пропахло дымом. Мы живем в стране НР, но зато счастливо. За окном сугробы, а в подъезде очень сыро. В магазине обидно встретит продавщица Ира. Я желаю только радости, желаю мира. Я хочу сказать, не сотвори себе кумира. Делай себя лучше, слышишь, делай себя. Я желаю радости и только мира. Вот молодец, какие слова, молодец. Да? Молодец. Молодец. Вот мне нравится. Поэтому говорю, у него клип очень хорошие слова. Очень хорошие. Приятно классный слушать. Трек. Голос классный. Так он хорошо исполняет. Читает так. Голос такой чистый, да? Приятный голос. Я силен, всю любовь отдам семье и говорю спасибо. Сам себя любил, как будто бы из пластилина. Офицер, учитель, говорили, что ничего семье. Не будет под забором. Я найду лицом от героина. Я теперь next level, будто писал наши зыбер. Роллы развозил на видовской зеленой рыбе. Много делал, сильно верил, что-то точно получилось. Жизнь дает тому, кто любит ее, любит ее сильно. Иногда придется принимать ее рутину. Города, картины и панельные квартиры. То, что будет после, нарисовано пунктиром. Будущее ясно, это то, что плохо видно. Ясно и прозрачно, так бывает только в фильмах. Города, картины и панельные квартиры. То, что будет после, нарисовано пунктиром. Будущее ясно, это то, что плохо видно. Ясно и прозрачно, так бывает только в фильмах. И наступая на грабли 22-ю весну, мы пьем сиропы от каши, брыжем от нас по косну. Вот что скажу, да? Очень талантливый умный молодой артист, человек, очень, да. Да. Такой текст, думающий, прям, думающий. Да, да. И вот текст слушаешь, и просто вот видно, что человек думает, да? Угу. Ну, все, он все хорошее говорит, да. Что будущее есть, надо работать, если хочешь развиваться. Угу. Не надо сидеть, а надо развиваться, да? Надо что-то делать. Трек о любви к родителям, к людям, к хорошим людям, ребят, понимаете? Голос, конечно, шикарный, да, ребята. Классный рэпер. Манера исполнения, читает очень хорошо. Он так рэп. Спокойно выдержана, да. И такая приятная и, знаешь, манера исполнения. И классно. Голос, тембр сам красивый. Голос сам по себе очень классный. Да. И музыка красивая, такая нежная, ребятки. Танцевать под нее хорошо, но ребятки. Она ритмичная при этом, да. Она под рэп классно, да, подошла. Да. Очень красиво. Танцевать прям приятно. Да, вообще мне все понравилось. Я хочу, чтобы ты, пожалуйста, продолжай это делать.
У тебя очень красиво да, получается. Талантливый. Да, талантливая. Пожалуйста, радуй нас. Мы тебя с удовольствием будем слушать. Да, пожалуйста. Нужно обязательно продолжать. Да, продолжай. Ты очень талантливый. Действительно талантливый музыкант, да? Угу. Пока, друзья.